бюллетенем, но скорее всего бы стал милиционером. А если б я родился принцем Монте-Карло, я покончил школу с золотой медалью. После института стал бы бакалавром, а после смерти папы главой государства. Если бы я стал рок-звездой, я затмил бы небо и, спасаясь от одиночества, открыл бы научным методом три источника творчества. Может быть, чуть позже, но все равно бы умер от холода и скуки. А если б я родился в Великобритании, я играл бы песни в каком-нибудь ансамбле. Может быть, на дудке, может, на гитаре, я играл бы песни в